Одесские волонтеры открыли реабилитационный центр для всех, кто побывал в зоне боевых действий. Прийти за помощью туда могут как военные, так и их семьи, все, кто пострадали от войны в Украине. Моральная помощь будет осуществляться профессиональными психологами. Можно сказать, что люди возвращаются оттуда другими, с другими реакциями. Это очень сложно адаптироваться, и где-то заново приходится налаживать контакт в своих семьях. Здесь мы будем заниматься реабилитацией бойцов из зоны АТО, также оказывать поддержку, помощь психологическую членам их семей. Это консультации психологические и это процесс терапии, то есть более глубокого, что ли, более глубокой работы с людьми, пострадавшими в результате конфликтов. Помимо психологических диалогов, терапию будут проводить и с помощью современных аппаратов. Для того, чтобы правильно подобрать параметры на этом приборе, там бегает такой как бы зайчик в глазах, иногда который мы тоже с вами видим. Вот. Ему настройкой, вот этими регулировками, нужно сделать так, чтобы зайчик не в левом, не в правом глазу был, а был посерединке. Если вам нужна поддержка волонтеров, обращайтесь по следующим номерам телефонов 093 495 49 10 или 068 628 91 88. Помощь предоставляется бесплатно.